Художник вносит последние штрихи. Иван Никитчик готовится к очень важной персональной выставке. В этом году живописец отмечает сразу два юбилея – 65 лет со дня рождения и полвека творчества. Образ осеннего уссурийска станет частью будущей экспозиции. Даже в городском пейзаже нашлось место любимой стихии творца – воде. Еще в школе Иван Никитчик заметил у себя тягу к изображению морей и рек. Я в школе в пятом классе нарисовал акварель где-то там написал море, идущий парусник по морю. И отправил на конкурс Благовещенск. Вот у нас же широкий Амур, он всегда тоже впечатлял своими волнами, разливами. Вот, и он был выигран, меня наградили книгой. Так и началась творческая жизнь. Парень получил художественное образование, перебрался в наш край, здесь же нашел свою любовь и неисчерпаемое море вдохновения. Образы для всех своих работ Иван Никитчик брал из реальной жизни. Так, полотна Курильского цикла – это эпизоды из жизни рыбаков, обычных работяг острова Шикотан, с которыми живописец в 5 утра отправлялся в рейс. Я встретился с рыбаками, ушел с ними в открытый океан. Мы ловили там сайру, там столько судов, там японские суда, наши суда, там вот эта стихия, эти волны, вот этот ритм жизни. Из мастерской картины потихоньку перемещаются в выставочный зал. Теперь задача живописца верно разместить свои шедевры, чтобы они подчеркивали друг друга и ни в коем случае не противоречили. В этом деле главный помощник – жена, тоже художник. Ольга Никитчик искренне гордится достижениями супруга. Он участник выставки Бинали в Пекине. Там было 96 стран участников, художников из 96 стран. И с России всего лишь 7 художников попало. это был конкурс, туда было трудно попасть. персональные выставки в Сеуле на Инсадоне, в престижном центре галереи. Это выставки в Токио, выставки сан Франциско, Сакраменто. Ну, это Америка. Свою Уссурийскую выставку Иван Никитчик назвал просто и емко отражение. 12 января в доме художника состоится торжественное открытие экспозиции. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.